Он строил метро, и ему это нравилось. Он записывал про тройки, и все было замечательно. Но однажды его карта увиделась. Это был конец карьеры. Всем привет, дорогие друзья, с вами городской строитель. И как вы поняли, я решил построить город. Собственно, вот. Я вот здесь, ну, там, тротуары сделал, дорогу. Немножко все построил. В общем, начнем мы с вот этого дома. A few moments later. Пожалуй, начнем с этого дома. В общем, в этом доме нет ничего такого, просто такие квадратики с наполненными гладкими песчинками. Да, дома я изнутри не оформлял. Дома. Я не хочу, мне лень. Давайте приступим к этому дому. Ну, то же самое, только здесь уже забор использовал. Это, если что, Посольская улица, она будет туда продлеваться и туда продлеваться. Там будет Кремль, там будут Воробьевы горы. Да, у меня много планов. Так, здесь спортивная улица. И здесь также есть дом. Очень большой дом. Ну, начнем мы все-таки с магазина Пятерочка. Ну, здесь тоже внутри ничего. Да. Просто магазин. Обычный, типичный. Так, давайте перейдем дорогу и посмотрим на вот этот дом. Ну, в нем тоже ничего необычного, просто дом. Это же город, как-никак. Ну, внутри здесь тоже ничего нет. Ну, давайте перейдем дорогу. И да, как вы уже можете заметить, здесь есть вестибюль станции метро «Спортивная». Давайте его облетим. Ну да, здесь пиво-туалет, и они мне здесь больше всего нравятся, конечно. Вот такой вестибюль. Здесь тоже пиво-туалеты. И также здесь такой проход. Ну, как и в реальности. Ну, давайте уже зайдем на станцию. Здесь так и написано, станция метро «Спортивная». Да, я даже не поленился сделать схему метро. Да, можете тут изучить все. Это все мои планы. Да. Также здесь есть кассы. Ну, там тоже схемы висят. Проходим через рамки. Через турникет. И вниз по эскалатору. Красота-то какая. Лепота. Ну да, станция спортивная, сама станция спортивная. Кстати, я установил текстурки специальные, более гладкие. Так что теперь вам будет приятно смотреть мои видео, наверное. Здесь я тоже повесил схемы и повесил указатели. То есть туда выход в город, ну понятно. А туда выход в город и к станции спортивная первого диаметра. Да, я хочу сделать первый диаметр. Ну, здесь то же самое. И да, пока этот вестибюль строится. В данный момент ведется строительство вестибюля. Да. Также там будет станции Воробьевы горы и атомная. Ну, атомная, потому что там будет АЭС. Туда будет станция Кремлевская, где будет переход на станцию Кремлевская за Москворецкой линией. И да, названия линий у меня будут такие же, как и в реальности. Ну, сегодня это все, да, так мало. С вами был городской строитель. Всем удачи, всем пока.